2,5 года где-то я занимаюсь трансфер-фактором. И, значит, один из первых случаев у меня был человек, онкозаболевание, онкология, опухоль 3, толстого кишечника. Значит, обтурация опухоли кишечника, он попал у нас, я из Владимира, в больницу скорой неотложной помощи, Красный Крест. Его прооперировали, удалили опухоль, удалили, сделали анус претернатуралис. То есть для немедиков это дырочка брюшной стенки, в которой вводится кишка, оттуда выходит каловая масса. Да? Рак 3, товарищи, это достаточно серьезная вещь, да, не оверзе как бы, да. Вот, значит, прошло после операции, ну, я к нему прихожу, я врач, значит, 2 недели прошло после операции, 3 недели прошло после операции, 4 недели прошло после операции. Казалось бы, достаточно приличный срок. То есть человек должен был понемножечку выходить из этого состояния. Не выходит. Худющий, бледный, аппетита нет, вес падает. Ну, он такой человек просвещенный достаточно. Он говорит, я теперь знаю, как выглядят люди из Освенцима. Еще неделя проходит. Я им даю информацию, вот только в интернете, только начинаем, да. Я говорю, вот вам информация, да. Они посмотрели, нет, ребят, мы это не верим, это все глупости. Нет, мы не будем, мы не верим. Еще проходит неделя. Я чувствую, что он уходит. Как бы, ну, 1,5 месяца уже немножечко надо бы восстанавливаться, да. Ничего не восстанавливается. Я позвонила его жене и говорю, послушайте, а вы не думаете? Это я, кстати, вот это в скобочках говорю, я говорю для дистрибьюторов. То есть, как можно людей воодушевить, да, сподвигнуть, скажем так, на лечение, мотивировать. Вот. Я позвонила и говорю, вы не думаете, что вы его лишаете последнего шанса выжить? А цена вопроса 5400 в розничной продаже. Баночка Эдвардса, баночка Плюса. И положил трубку. Думаете? Она мне через 20 минут звонит, причем деньги есть, нормальная семья. Я говорю, слушайте, мне стыдно стало. Давайте мы попробуем. Они прокупили 2 баночки. Но сейчас вот я, честно говоря, предпочитаю всегда начинать с классика. Но мне так больше нравится. Ну, это разные мнения, разные там взгляды, да? То есть Эдвардс и Плюс. В небольших средних дозах. 4 того, 4, 5, 4 Эдвардс и 4, 5 Плюса. Начал принимать. Вы знаете, друзья, мне через 3 дня позвонил и сказал, доктор, спасибо вам большое за эти капсулки. Впервые, буквально на 2-й день приема препарата, у меня появился аппетит. Я впервые сел и с удовольствием поел. Товарищи, он начал набирать 300-400 граммов в сутки. Он начал гулять по 4 часа в день. Он принимал 3 месяца, вот это Эдвардс Плюс. Его прооперировали, ему восстановили нормальный анус. Он попил еще, я добавила кардио, еще месяц попил. И все. Друзья, это было почти 2 года назад. Вот сейчас все замечательно. Он гуляет, он ездит на машине, он продолжает работать. А дедушке 74 года.